Я уже участвую второй год, это моя была вторая попытка. Ну, я считаю, что этот знак — это, ну, действительно какое-то преодоление себя, своих возможностей, и мне было интересно себя в этом попробовать. В этом году я занялась подготовкой чуть-чуть как бы посерьезнее, и, ну, было больше мотивации. То есть, если один раз не получилось, я решила не сдаваться, и что нужно пробовать еще раз, значит. И нету такого этапа, который, можно сказать, вот этот легче, этот труднее. Каждый этап по-своему тяжелый, и тяжело было везде. Легко, нигде легко не было.